я все-таки благодарна, что меня не посадили ни разу, понимаете? Это удивительно, но это так вышло. Меня не посадили раз. И все-таки сделали заведующий два, потому что не было подходящего, видно, человека. Ну и, в общем, относились так с доверием. С доверием относились. А некоторые даже хорошо относились. Так я жила. Войны, гонения, гибель близких, невозможность открыто выражать свои мысли. Как остаться самим собой в такое тяжелое время? Валентина Ильинична Пузик смогла. Прожила долгую жизнь, 102 года. Выдающийся ученый, получивший признание во всем мире, Валентина Ильинична оставила нам в наследство свои труды, открытия и научную школу. Никому из многочисленных коллег и знакомых не было известно, что прожила она не одну, а две жизни – явную и тайную. Валентина Ильинична Пузик родилась зимой 903-го в Москве. Папа – железнодорожный служащий, мама – домохозяйка. Жили просто, тихой жизнью. Ходили в церковь, воспитывали детей. Валечка была милым, спокойным ребенком, маминой помощницей, с младшим братом Колей и в домашних делах. Папа часто болел. Его не стало, когда Вале было 12, а ее младшему брату Коле 10 лет. Ее мама с большими трудами, но все-таки успешно определила ее учиться в женское реальное училище на Новой Басманной. Это было тогда, если я не ошибаюсь, единственное в Москве такое вот учебное заведение. Ее приняли, и она там училась. И там, собственно, сформировался ее такой вот круг ее интересов, связанных с естественными предметами, связанных с биологией. За домашними проблемами, смертью папы, учебой, Валя почти не замечала, как меняется мир вокруг. В 17-м ей было всего 14. Революция разрушила все, что было привычно. Как найти себя в этом сложном мире, полном митингов, разрушений и ненависти? Валентине, которая привыкла относиться ко всему с любовью, было трудно вписаться в новую жизнь. Нужна была точка опоры. Я искала чего-то основательного, где бы могла моя душа остановиться. И вот в день ангела, накануне вечером, я пришла в Петровский монастырь. Это был 24-й год. Я понимала, что что-то случилось с моим сердцем, и я что-то нашла. Она никогда не говорила подробно, но говорила: «Господь так позвал меня». Она не говорила, вот это было так, так и так. Вот этот возглас: «Господь так позвал меня», что там при этом происходило в ее внутреннем существе, мы об этом не знаем. И потом крестная ей рассказывала о том, что есть старцы. И матушка, будучи уже молодой девушкой, она ходила в разные храмы, и она искала, душа ее к чему-то стремилась, она, может быть, еще это ясно не осознавала, но она искала что-то сродное себе. Душевные поиски Валентины шли в разных направлениях. Естественное отделение физико-математического факультета Московского университета оказалось тем местом, где ее стремление быть нужной людям соединилось с интересом к науке. Там, в университете, произошла ее встреча с профессором Владимиром Штефко, на долгие годы определившей ее будущее. Владимир Германович, она с ним познакомилась, когда она еще училась в университете. Она ведь кончала университет, биологический факультет. И была тогда на втором курсе и заинтересовалась, как-то зашла на лекцию, заинтересовалась антропологией. Одну лекцию прослушала, другую, третью, и стало ее вот увлечение антропологией на всю жизнь. И на этой почве они как-то с Владимиром Германовичем разговорились. Он пригласил ее к себе.
После блестящей защиты дипломная работа Валентины была перепечатана многими научными журналами, в том числе и зарубежными. Время было трудное, когда я уже кончала университет. Очень трудно было найти работу. Мне предложили работу в туберкулезном институте. И в 26-м году, до 23 лет жизни, не боясь туберкулеза, я по благословению батюшки пошла в институт. И там я нашла приют у моего замечательного учителя, большого философа, большого мыслителя, известного в Европе исследователя, который меня оберегал от тех людей, которые могли меня заставлять делать то, что я должна была делать, так как я поступила в Новобаронское место. Туберкулез тогда был одной из ведущих проблем в здравоохранении. Беспризорники, нехватка продуктов, отсутствие сети первичных лечебных учреждений. А ведь болезнь поражает ослабленные организмы и передается воздушно-капельным путем. Необходим был поиск не только способов распознавания лечения, но и предотвращения заболевания. Уже взрослым человеком, сложившимся ученым, Валентина Ильинична узнала, именно туберкулез погубил ее отца. У Валентины Ильиничны всесторонние были интересы. Она очень много изучала состояние бронхов, сосудов, плевры. И она все время сопоставляла, что было раньше и что сейчас. Раньше это до применения антибактериальных препаратов. И больные от туберкулеза, как говорится, умирали, как мухи. И она очень переживала, она все время искала пути заживления. А как сделать, чтобы помочь человеку? А как сделать, чтобы не умирали детишки? Она много посвящала детям, много внимания, изучала их строение легочной ткани в возрастном аспекте. Вот возрастная морфология – это был ее второй конек. Но все это будет позже. А в начале 20-х жизнь юной Валентины Пузик была освещена еще одной судьбоносной встречей. Первые годы после революции, собственно, до примерно второй половины 20-х годов, стали совершенно особым временем в жизни церкви, потому что церковь в каком-то смысле ощущала очень большую свободу и большое вдохновение. За несколько месяцев до Октябрьской революции был упразднен Священный Синод и восстановлено патриаршество. Главой Русской Православной Церкви стал патриарх Тихон. Началась реорганизация приходского управления, которое воспринималось как обновление, даже освобождение. В церковь пришли люди, ранее настроенные скептически. Но всего через несколько лет ситуация изменилась кардинально. Начались жестокие гонения. Новая власть разрушала храмы, разоряла и закрывала монастыри. И что самое страшное в стране, которую еще недавно считали оплотом православия, убивали и мучили священников. Именно в это тяжелое время юная Валентина Пузик пришла в Высокопетровский монастырь. По сути, только один храм действовал, ну, фактически. Другие храмы были задействованы или под жилье. В Сергиевском храме был организован спортивный зал за трудовые резервы. В Боголюбском соборе, откуда гробницы Нарышкиных выбросили уже на улицу, там было все залито асфальтом и поставлены станки для завода по ремонту, изготовлению там какой-то сельскохозяйственной техники. В Петровском соборе там лили металл для этой техники. Но истинные верующие
не отказывались от своих убеждений, искали и находили пути служения. Большая часть этих монахинь все равно сохраняли верность своим обетам, сохраняли верность монашеской жизни, старались группками или где-то поодиночке разойтись по окрестным городам, деревням, и вот там жили, где-то как-то зарабатывали себе, огороды обрабатывали, одеяло стегали, да, и продолжали жить такими монашескими группками. Зосимова пустынь была закрыта в начале 20-х годов. Изгнанные из обители монахи считали необходимым сохранять традиции старчества. Настоятель Московского Высокопетровского монастыря позвал насельников к себе. Зосимовцы пришли сюда в 23-м году в монастырь. И это совершенно, конечно, по-другому, просто новую жизнь вдохнуло в обитель. Зосимовские старцы, ведь это потрясающая традиция старчества, перенятая от Оптиной пустыни и еще там дальше вот то, что идет за ними, за Оптиной. Вот это настоящая сокровенная традиция такого старческого делания, сохранения монашества. Старец должен быть даже не столько отцом духовным для своих чад, сколько матерью. Вот это вот материнское отношение, оно было у них буквально у всех зосимовцев к своим чадам. В Высокопетровском монастыре произошла встреча Валентины Пузик с одним из монахов, уничтоженной Зосимовой пустыни, отцом Игнатием, в миру Александром Александровичем Лебедевым. С тех пор он стал ее духовным отцом. Постепенно он меня вел к тому, чтобы я занималась внутренней жизнью, подарил мне четочки. «Батюшка, что я с ними должна делать?» Говорит, «по четкам молятся». Вот я их повесила себе на пояс и поехала рыть курганы. Я была антрополог. И вот чувствовала себя там страшно счастливой, что у меня есть тайна, на поясе висят четки, и я не такая, как все. У меня есть такое вот счастье, что я что-то нашла. Молодая девушка, советский ученый, Валентина стала задумываться об уходе от мирской жизни. Но тогда это казалось практически невозможным. Конечно, путь был не единственный, именно тайного монашества. И многие становились монахами совершенно явно, но в большинстве это относилось к мужчинам. Потому что мужчины, принимая только именно монашество, они могли становиться иеродиаконами, иеромонахами, то есть совершать священническое служение. Ну, или жениться, конечно, и тогда в качестве белого духовенства быть священниками. Святые отцы Высокопетровского монастыря прекрасно осознавали, какие опасности подстерегают тех, кто решил посвятить свою жизнь Богу. Они были убеждены, служение не требует ни стен, ни специальных одеяний. Лишь вера в душу. Это было похоже, наверное, на подвиг вот тех древних христиан, которые, скрывая свое христианство, честно трудились на тех постах, где они были. Да? Там, если это был воин, то он честно был как воин. Если это был какой-то государственный чиновник, то он честно делал свое дело как государственный чиновник. Но он понимал, что все, что он делает с молитвой, он делает ради Бога. Валентине было 26 лет, когда ее наставник посчитал, что она готова стать одной из невест Христовых. И она приняла постриг. Тайно. Для того, чтобы общежительная вот эта вот часть, общежительное монашество не исчезло совсем из жизни монахов, поскольку в монастыре жить было нельзя, старец благословил открыть знаменский скит, который находился здесь неподалеку от Высокопетровского монастыря в Печатниковом переулке, именно для сестер, для тайных монахинь, для тайных постриженец, для того, чтобы младшие трудились вместе со старшими, вместе молились. Валентина Пузик не прекращала свою научную деятельность. Это было ее послушанием. Каково это – существовать одновременно в двух мирах, тем более в такую эпоху? В середине 30-х случилось то, чего опасались многие. Тяжело больной отец Игнатий был арестован и сослан в чувашский лагерь, где вскоре погиб. Спустя много лет Валентина Пузик написала о духовном подвиге учителя. Ее труд «Старчество в годы гонений» основан на воспоминаниях и письмах. Он постоянно эти письма
несмотря на лагерную цензуру, пытается превратить в такие замаскированные наставления своей общине, это в каком-то смысле уникальный памятник, потому что это действительно переписка духовного руководителя, старца из заключения. Эти письма проникнуты таким совершенно удивительным, поразительным ощущением духовной бодрости, отсутствия какой-то жалости к себе, таким вот постоянным вниманием к мельчайшим обстоятельствам жизни, внутренней и внешней своих духовных чад. Как только стало возможным, Валентина Ильинична поехала поклониться могиле наставника. И с тех пор делала это каждый год. Как Господь меня сохранил, что я не попала в лагерь, не знаю. Может быть, то, что я работала, у меня было много учеников. Может, то, что я трудилась, и труд мой был нужен институту. Не знаю, как вышло так, что я не попала никуда. Не знаю, так была воля Божия. Действительно, ее будто кто-то охранял. Валентина Ильинична продолжала работу в институте туберкулеза. Ее научная деятельность была тесно связана с Владимиром Германовичем Штефко. Их исследования стали особенно актуальными в условиях начавшейся войны. Лечение туберкулеза, иммунологические реакции организма, лимфотерапия для раненых. Меж тем настроение в лаборатории было не самым радужным. Владимир Штефко много лет занимался проблемами, напрямую не связанными с туберкулезом. В работах по антропологии им была создана классификация типов конституции человека, основанная на различиях строениях белка у европейской и иных рас. Кто-то из немецких ученых одобрительно процитировал одно из его исследований, сопроводив это комментариями о расовой чистоте. С тех пор по коридору вслед за профессором неслось тихое «фашист». Его начали травить. Во время войны с Германией ситуация особенно обострилась. Владимир Германович не выдержал. Опасаясь за близких ему людей, он лишил себя жизни. Как Валентина Ильинична уцелела, и как она страдала, когда он погиб, ну, это сейчас не передать словами. Потеря двух близких людей, учителей, трагически ушедших из жизни, не сломили Валентину Ильиничну. После войны она защитила докторскую диссертацию, возглавила лабораторию, созданную Штефко. Многие догадывались, что она человек верующий. Кто-то видел у нее иконы, церковные книги, знали, что она беспартийная. Но никто не догадывался, что является истинной причиной силы ее духа. Мама очень долго не знала, а потом сама стала монахиней. А уж широту интересов Валентины Ильиничны трудно совместить с привычным образом монахини. Валентина Ильинична была разносторонним человеком. Она не только увлекалась морфологией, но она любила искусство. Она много знала. Брат у нее Абакумцев, скульптор, младший брат Николай, и картины рисовал, и лепил разные фигуры. И она нас часто водила с собой на выставки. И нам очень это нравилось. Потом она собирала у себя иногда дома, иногда в кабинете. И рассказывала о направлениях архитектурных, например. Она, например, и современным искусством интересовалась. Она привезла из Италии, кстати, она очень много путешествовала, привезла из Италии книгу «Модельяни». Тогда она была еще на русском языке не издана, показывала нам его рисунки. Я помню, даже задала вопрос, ну почему Валентина Ильинична? У него глаза на разном расстоянии на лице. Ну разве это красиво? А она говорит, вы должны понимать, что не только важно то, что вы видите и изображаете, но как-то надо понять было, развернуть его душевный мир. А почему он такой? А вы заметили, какие глаза у жены его? Ведь они без зрачков. Они все синие или там серые, без зрачков. А как вы думаете, почему? Многие замечали, что она не заводила романов, не кокетничала. И при всей своей общительности была довольно сдержанным человеком. Ну, она замужем ведь никогда не была. Знаете, монахиней не полагается.
Ну, любовь, наверное, у нее была, я так думаю, такая чисто женская, духовная, душевное состояние, вернее. Я как пошла в 21-м году к батюшке, как полюбила Петровское и все духовное, и всех там служащих, и батюшку, так больше уж никого и не любила. Но другое дело, что потом встречались люди, которые были мне близки по взглядам, по научным взглядам. Таких было много. У меня было очень много друзей мужчин. Очень много друзей мужчин. Но никто со мной не лез целоваться никогда. Валентина была строгая. Однажды она была в Гайд-парке со своими коллегами. Ездили они. Они часто бывали за границей. И начался дождь. И увидела она влюбленную парочку, сидя, нам рассказывала об этом, сидящую на скамейке и усиленно целовавшиеся. Некоторые: «Ах, ах, ах, как им не стыдно!» А она сказала: «Бедные, неужели им не холодно?» Это было замечательно. Так приятно слышать от Валентины Ильиничны такие слова. То есть она была и человеком, вот в обычном смысле слова, обычным человеком, живущим среди нас и нас понимающие, и в то же время она была выше нас, выше, мудрее. В лаборатории Центрального института туберкулеза, которой профессор Пузик руководила 40 лет, царила удивительная атмосфера. При Валентине Ильиничне это особый мир был, радостный мир. Вот приходишь в лабораторию, ты как приходишь как домой. И она всегда спрашивает: а что у тебя хорошего, а что тебя беспокоит? То есть она интересовалась каждым. У нее всегда было спокойное лицо, спокойные, добрые, понимающие глаза. И вот когда с ней рядом побудешь и посмотришь в ее глаза, у тебя тоже успокоение наступает. Вот, успокаиваешься. Не надо никаких лекарств принимать. Поразительно, как мало люди обычно замечают то, что происходит рядом. Обстановку в лаборатории связывали с замечательным характером руководителя. Никто не обращал внимания на то, какими людьми окружала себя Валентина Ильинична. И уж тем более не догадывался, что многие лаборантки были монахинями. Каждый вечер я ходила в церковь. Я приходила с работы, бросала сумку и бежала в Петровской. Утром я не могла ходить к обедне каждый раз. Ходила только, когда были праздники, а тут бежала каждый вечер и стояла службу. Только в 93-м году, почти через 20 лет после ухода из лаборатории, стала известна истинная причина многих событий ее жизни. Духовный наставник во всеуслышание назвал ее матушкой Игнатией Петровской. Имя она получила по своему любимому духовному отцу Игнатию Лебедеву и Высокопетровскому монастырю. И только тогда стало известно, что параллельно научной работе она писала духовные труды, статьи об истории церкви. Она в основном известна именно как, с одной стороны, популяризатор, биограф подвига отцов Зосимовой пустыни, с другой стороны, как писатель о старчестве. Хотя к этому не сводится ее литературное творчество, потому что на самом деле она писала в очень разных жанрах. Много лет Валентина Ильинична преподавала в воскресной школе. Она всегда была больше склонна к творческому труду, чем к домашнему. Говорила, что ей легче лекцию прочитать, чем щи сварить. Это была маленькая такая женщина, светящаяся любовью. Так как она вошла, как она произнесла первые слова и погладила по головке, по плечу ребенка, было понятно, что это человек, ну, вмещающий столько любви, которая вот изливается на всех. Однажды Валентину Ильиничну спросили: какое бы столетие она выбрала, ну, если бы это было возможно? Тоже и выбрала, немедленно ответила она. И это понятно. Это был век великих открытий, замечательных людей, страданий и духовных приобретений, мучеников и святых. Испытания делали ее современников людьми верующими. Пусть и была их вера разной,
но всегда настоящий.